Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем вам рассказывать, как растут наши дыни. Это видео на конец июля. Последнее видео, по-моему, было в начале июля, и вы можете уже на сегодня сравнить, как выросли наши дыни. Вот это наше экспериментальное поле. Половина у нас дынь выращивается на спанбонде, половина дынь у нас растет на земле. Ну, в принципе, они все выращиваются в открытом грунте. У нас здесь растет несколько сортов, причем достаточно интересных. Живем мы в 3-4 климатической зоне, это Кировская область, и это очень далеко не юг, у нас очень холодно, и лето бывает холодное, и ночи холодные, поэтому вообще дыни у нас вырастить в открытом грунте — это что-то невероятное и сложное. Вот смотрите, какие дыньки у нас выросли, здесь несколько сортов, вот такие красивые ребристые, вот еще есть вот уже вот такой размер. Вот такие дыньки. Много сортов. Вот смотрите, какая большая дынька. Между прочим, вот я тут стою, и очень аромат вот такой дыни уже чувствуется. С этой стороны дыни не на спанбонде. Немножечко тоже отличается сорт. Они вот такие беленькие. Вот еще такие дыни. Под каждую дыню мы подложили дощечку. Спасибо нашим зрителям, подсказали. Пользуемся их опытом. Но в целом вот на таком поле у нас завязалось, наверное, 20, сколько? 20-30 дынь. 20. Мы не успеваем их считать, смотрим, тут дыня как бы много. А сегодня мы хотели бы немножечко рассказать вот о таком сорте. Видите, такая красивая очень дыня. Дыня необычная, да? Необычайно. Ну, для меня она необычная, потому что форма у нее такая очень, очень интересная и красивая. Как дыня называется сорт? Это гибрид F1 необычайная. Смотрите, какая большая, красивая дынька. Это гибрид? Да, гибрид. Она сколько по времени? Когда ты ее садил? Она рано вступает в плодоношение, примерно 60-65 дней. Ну, то есть, мы в мае садили, то есть сейчас... В конце апреля. В конце апреля мы садили ее в горшок. И вот на конец июля она в открытом грунте, 3-4 климатическая зона. Ну, вот подними, сколько она по весу килограммов? Чтобы было понятно, что вот она действительно растет. Ну, она где-то килограмма 2, тяжеленькая. Килограмма 2-3, очень плотненькая. Их очень много. Вот про эту дыню могу по сорту сказать, что их действительно растет очень много. Она одна из первых у нас завязалась по сортам. Да? Да. Вот другие попозднее немножко стали завязываться, но вот непосредственно вот эти дыни. Самые первые. Они завязали самые первые. Как-то вот как-то они вот так красиво смотрятся. Очень необычно, поэтому у нее и сорт необычайный. Скоро мы будем пробовать по вкусу их. Если вам тоже интересно, то, конечно, подписывайтесь к нам. Мы вам покажем все, расскажем. Вы еще не пожелтеть потом. Вот давайте покажем сорт. Вот это такая дыня. Она потом пожелтеет. Поднеси, ты от меня сфокусируй. Да, вот это вот такой сорт, дыня. Вот она будет такая ярко-оранжевая. Интересно, будет она у нас такая, не будет, пока она зелененькая полностью. Но, между прочим, она начинает белеть. Была полностью зеленая, а вот теперь немножечко такая уже беленькая. Если вам тоже интересно, подписывайтесь на наш канал. Будем все показывать, рассказывать. Обязательно покажем ее, когда она будет спелая, готовая в разрезе. Подписывайтесь. Ждем вас в гости. Всем пока. Всем пока. До новых встреч. Ждем гостей.